Приветствую всех стратегических жевжиков, а также сочувствующих им примкнувших. Это продолжение ФФА сериала за Эфиопию в Sid Meier's Civilization 6, поэтому если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии. Ссылка на нее есть в описании к этому видео, всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им за вдохновение. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Не дают бонус научные, плюс 5 боевой, да. Еще проверять дипломатическую победу, если 4 очка из 20, это вряд ли. Так, 4 хода, не, ну блин. Я думаю, это золотой век по любасу. Ападана. Больше торговых путей. Ну, собственно, тут и построим. Так, дипломатическую службу можно поставить карточку. Национализм давайте открывать. Или мне послы все-таки больше? У меня много вообще бегает к союзникам караванов? Два. Не, давайте учетные банки. Две бомбарды оружейные. Давайте порох. Тем более каменоломен у меня много. Десять производства в промышленной зоне, зашибись. Я бы, кстати, еще поставил карточку вот эти на два действия рабочим. Во всех городах построил бы рабочих. У меня довольно много не обработано ничего. Да, блин, каждый ход. Ну и сколько у него еще осталось? Еще 3 города у него. 3 города, да. Неплохо, он родился. Блин, а ко мне кто-нибудь посылает вообще? Только Египет. Два. Ну, вообще, походу, надо сюда... Блин, жалко на холмах, честно говоря. Блин, может лучше тут поставить промышленную площадь и успокоиться? Я бы эти клетки не обрабатывал. Ну, в смысле, поставил бы каменоломню и шахту. Блин, 10 производств. 20 производств просто с двух районов. Охренеть. Это очень круто. Так, чеченица следующим ходом. В Гондоре стопудово еще надо строителя. Мне реально нужна карточка на плюс 2 действия для строителей. О, Махенджидаро. Фига себе, ну действительно как странно находится. Так, сколько там ходов? 2. Блин. Не, ну сейчас я... Да, все, золотой век. Француз, а белые скалы Дувра как бы выше Дижона или
Ниже. Подожди, это где вообще? Ну, нет, я сейчас слева от Дижона. Ну вот ровно слева от Дижона, там на клетку выше от центра города. А, окей. Индус, будем союз продлевать? Да? Так, а где мы тут ставим кампус? 3-3-4-4. Ну, я бы тут поставил. Значит, один ход подождем. Универ. Так, здесь точно нужен рабочий. Тут столько не обработано. Тут Микеле на самом деле нормальный промышленный город. То есть производство должно быть. Но так как просто клетки не обработаны нифига, он ничего и не дает. Я уже в туризме. Одного туриста имею. Так. Здесь убираем коровок. Ставим кампус. Дальше промышленная зона, где... Ну вот смотрите, тут две каменоломни. Вот сюда можно будет акведук поставить, так? Дамбы некуда. Значит, тогда промышленная зона. А, да, зона наверное, сюда. Тебе пытается отвалиться. Акведук ну, сюда. Я с этим ничего не сделаю. Ну, да, я, на что со священным местом? Все равно, плюс 5. Да. Нет, я бы сюда не ставил, потому что мне придется вырубить... Ну, и Девадур, наверное, тоже, потому что... Это... У меня рядом и Бибаракс, и... Да, я бы сюда поставил, я бы не вырубал тут тропический лес, сюда бы поставил священное место. Ну, Диалдур попробую держать, потому что, мне кажется, реально. Нормально. Далековато. Угу. Не так близко. Так, вот белые скалы Дувра там чуть выше. Я, наверное, пока подожду следующей эпохи, чтобы их открывать. Так, мне надо вообще в меркантилизм будет после национализма сходить. Вообще надо было сразу туда идти. А, его еще есть. Так, а здесь мы кампус... А, пока не вижу, наверное, сюда надо будет. Поэтому давайте здесь сделаем какую-то горную церковь. Так, здесь все еще кампуса нормального. А, я тут хотел театралочку. Да. В принципе, губернатор. Нормально зайти. Давайте дворец Патала тут сделаем. Книгопечатание. Там нет у нас инженера на чудеса? Нет, к сожалению. Опа, дает броненосец. Подождите. Подождите. Вот этого парня я бы выкупил. Броненосец просто... Понимаете, мы получаем броненосец, у нас сразу сила городов возрастает. Если кто-то из соседей думал на нас нападать...
он сразу как-то расстраивается. И уже никто никуда не нападает. Ну, это просто не пробить современными юнитами будет такую силу. Ну, а капер это уже не так. Броненосец это, извините, уже мощь. Так, все в темном либо в нормальном веке, и только одна Эфиопия в золотом. Монументальность или реформа денежного обращения? Давайте денежного обращения. Будем поселенцев за деньги покупать. Гранты. Дальше аквакультура. И у Магнуса логистику избыток. Это за счет кассы за счет кассы. Темные века, и он перестал. Классно. Ну вот, тебе же лучше. Да. Просто интересно, как это работает. Так, кругосветочка сейчас. Что, только в золотой век вышло? Да. Я первый в мире кругосветку сделал. Кто вывел у меня по дану? Я его ввел несколько ходов назад. Почему кстати? Я не строил по дану, подожди. Я увел. Он признался. А что я скрывать? Оракула тоже. Не, оракул не я. Оракул у меня увели тоже. Оракул это эфиоп. Оракул я построил, да. Прими союз, слышишь? Да, Эфиопия, конечно, очень приятная цивилизация в игре, если есть холмы и горы. То очень приятно. Продолжить торговый путь. Кардиф обратить в веру, создать капер, обратить в веру. По-моему, французка мне... И кассу, ну, короче, без чудес сижу. Кассу я увел. Да, и оракула, и кассу, а еще оракула. Ты мне в той игре, когда я за Гала играл, ты мне тоже все чудеса уводил. Ну, тут оракул был на какой-то, блин, на... 70 какой-то ход, это, конечно, очень долго. Да, но у меня оракул 3 хода строился, я такой думаю, ну, чё не построить? У меня 4 хода, я даже подрубил на него. Но зато он грува тут построил. Тоже неплохо. А ты хост, между прочим. То есть, как минимум, ты на один ход отставал. Давайте... Нет, давайте шпиона, потом строителя. Я сейчас поставлю карточку после национализма. Или вообще сейчас уже можно? Давайте сейчас поставлю карточку на... Блин, а вместо чего? Вместо промышленной зоны соседства. О, индустриализация. Так, ну я походу тут... О, там Финикия. Финикия по науке впереди. Ну, а по культуре, наверное, все-таки я. Так, пора, во-первых, покупать... Леша, дверь вообще не тратишь? Трачу. Ну, ты, ты посмотри, сколько у меня ее вход просто. Мне кажется, там вход до хрена. Я, блин, смотрю, 2000. Ну, если постоянно 2000, значит, я трачу. Великого магистра стоит, так что... 200, 215. А, ну тогда понятно. Так, теперь покупаем... давайте глянем наши уникальные юниты. Они вообще во что... Они легкая кавалерия, то есть они будут в вертолеты. Ну и в
кавалерию, да? Ну, что, может завоевать здесь? Смысл не имеет особо, у меня все равно отвалится. Ну это чтобы очки, во-первых, получить эпохи. Во-вторых, просто потратить веру. Никакие эти ребята мне не нужны. Кстати, мне надо купить катапульты две. Я их как раз апну просто в бомбарды. А, блин, бомбарды. Не, во, катапульты 100. Отлично. Кто доложит 30 монеток, а дам 60. А можно побыть банком? Это кто говорит? Англия. Окей. Может, за мани попрокачивать? Эфиопия, Бразилия. Может, Севера принесли? Англия кинула обмен. Угу. Благодарю. Ай, дебил. Соточку еще поделись. Так, записываем. Дебил. Я дебил. Поделись соточку еще. А соточку под с какой? Ну, 200. Х2. Как там видео было? Вынужден сказать, что Леша абсолютно дебилен. К сожалению, да. К сожалению. Так, ну следующим ходом мы сможем кампус строить. Я думаю, вот здесь мы его будем строить. Не следующим ходом, конечно, я хочу достроить сначала это чудо. Давайте тут лесопилку. Броненосец. Видите, сразу 62, 67, 71 стала сила городов. Ну и что с этим делать? Блин, там надо полечиться. Папа Смурф пострадал от стихийного бедствия. Очень сильно, постоянно страдаю. Согласимся? Мне, блин, каждый ход приходит, что типа я могу подать кризис против Финикии. Мне уже надоело. Ну, типа, что он там захватывает города. Так, не надо. Гала. И вот сейчас, кстати, тоже кризис. Он выпал. Он выпал, это, видимо, Гал подал. Так, гуманитарка. Все согласились помогать. Ясно, Франции. Как обычно, Гал в меня поражал. Понятно. В смысле не могу? Я же голосовал в ней. В смысле не могу? Не понял. Чё-то какой я не понял. Научный? Да, научный. Вот как предложение. Так,
Так, кто у нас там по науке божит? Блин, я? А сколько хотел бы? Египет. Вообще, Египта явно еще куча денег должно быть. А я ж не могу, кстати, я к союзникам не могу посылать. Зачем, Англия, я уже могу увидеть, что ты в городах строишь? Так, тогда... В плане. Ну, типа, видишь, что ты в Вистеле рынок строишь в Девадуре? Ну, возможно, это из-за союза или нет? А, давайте глянем, где просто видеть? Больше денег. Ну, а, да, кстати, я только в Тире вижу, строишь, а так нет. 36. Ну, интересно работает. Да. Ну, притом у нас вроде первый уровень союза. 36. Еще так мало денег везде. Странно. О, Форталеза 112 хотя бы. Одна сила. Англия, обмен. Француз, союз продлим? Да. Леша, а на кого это столько мощи военной? Пойду, да забираю Гала. Гал, не будешь, не будешь. Ну, а мне я... нужно было купить все равно мои уникальные юниты для очков эпохи. Чё? И ты сразу купил штук 10, да? Ну да. Я не понял, папа смыв принял или нет? Англия, ты принял деньги? Ты деньги принял? Да. У меня же... Что? Нет, не принял пока что. На, еще держи. Кинул экономически еще. Ой, блин, уголь тут. А, давайте сразу еще одного рабочего. Надо посмотреть, где у меня уголь. Один... О, два рядом прям. Отлично. Союзили. Ну, он мне как бы больше не нужен на самом деле в плане союзничества. Я бы сейчас Фес с удовольствием засоюзил. Две верфи. Еще тут верфь можно просто купить, я думаю. 580. Следующим ходом. В Адис-Абебе поселенцев две штуки построю, они тут быстрые должны быть. Экономические? Да, ну или те караваны, куда выгоднее пускать. Ну, мне в принципе выгоднее караван упускать, у меня там еще три есть, вроде к тебе как раз пущу. Ну, давай за это. Я там дружбу уже кинул. Ты египетский, что ли, арбалет? А, ну, я тоже кинул, ну ладно. Да. Принял. Так, делают экономически. Я могу поставить карточку на снижение ресурсов, и я бы мог капнуть бомбарды уже. Так, два посла. Это все на лабы, но Фес я бы засоюзил 7, но это 4 посла мне надо, да?
Я бы туда, на самом деле, Амани отправил. Я бы прокачал Амани до конца. Отправил бы Фес Амани, закупил бы миссионеров и сразу бы начал обращать. Поэтому два посла я бы в Унфу... Никто Падана не строит. Кого? Ой, Петр, уже никто не строит. Петр, точнее. Ну, так тебе и скажу. А то я ее строил 15 ходов, а мне остался один ход просто. А знаете, как будет в Humankind с чудесами? Там вы, короче, будете... Ой, блин, меня не слышно было, да? Да. Знаете, как будет в Humankind с чудесами? Там, короче, при достижении определенного количества культуры вы сначала как бы забиваете это чудо. То есть вот вы такой говорите, я это чудо построю, и все, и уже никто, кроме вас, это чудо строить не сможет. Говорить, в каком плане говорить? Ну, там у тебя будет список, у тебя из этого, вот, например, в античности, у тебя из античности появится список чудес, и ты такой, ну, построю, например, храм Артемиды там, или это бронзовый век, храм Артемиды, и все, и у остальных он уже не появляется, а у тебя он есть как возможность построить, и, то есть не будет такого, что несколько цивилизаций строят, и кто быстрее. Ну, это именно механика в игре. Да. Ну, это логично, опять же. Это правильно. То есть я подумал просто то, что голосом говоришь? Нет. Это уже слишком. Слушайте, а там у нас вообще на театральной площади много чуваков? В Индии там в театре, и в Египет. И Египет тоже, да? Тогда давайте археологически лучше. Ох, сейчас город встанет из самого прыгал, самый идеальный город, из мечты. Это какой? Кирена. А, Петра? Да, один ход. Сейчас кто-то строит. Кстати, у Египта все равно больше Египет науки, чем у меня, даже несмотря на то, что у него... стремится к культурной победе. Ну, наконец-то. Да. Ты как? Интересно. Я просто написал, типа, сообщение, что Англия обычно стремится к культурной победе. Угу. Чё? Многие дворы. Откуда такая информация? Лидер сам не знает, почему он не хочет, а кого-то кто-то знает. Так, следующим ходом меркантилизм. Сможем лесопилки на тропических лесах делать. Я просто чисто повоевать, я не думаю, что... Ну, давайте скальный храм поставим. Одного шпиона можно сделать. Так, здесь караванчик, потом святилище, потом амбар. Блин, а что тут так? Что так же? У меня не все тут губернаторы. Блин, может не ждать уже этих двух бомбард? Со следующим ходом могу апнуть. Ладно. Давайте на апгрейд юнитов поставим. В золоте и... Блин, только сейчас заметил. Эфиопия
православие. Ну, а кем должна быть Эфиопия? И при этом к Ватикану стремится. Ну, так это была одна религия до 1054 года. Так, ладно, давайте. Сиду старта. У нас бонус на холме у моих юнитов, так что тут они не особо роялят, я их чисто попрокачиваю. Я не уверен, что этот город, кстати, не, наверное, я удержу, между прочим, этот город скорее удержу, а вот эти можно будет уничтожить. Мастерская, фабрика. Просвещение, конечно же. Так, надо апнуть один ход. Раз, два. На этого не хватает, да? Ну, следующим ходом апнем. Пушки я не открыл, да? Далековато. Эти буду захватывать, но уничтожать. Вот этот, по идее, должен город у меня сохраниться. Тут должно быть неплохое влияние. Тем более у меня культурные с Египтом, то есть от него лояльности не будет идти. Кстати, Адуатуку могу еще попробовать захватить. И этот Инавидун. Ну, слабенько, потому что это как бы, считайте, эти летучие отряды. А, хочу на шоколад. Бордо. Что-то француз только два каравана. Египет только три. Ко мне отправляют. Маловато будет. Ладно, давайте колониализм. И тут меняем... Вместо двух действий поставим рационализм. Так, а тут, значит, опять содержание и... О, давайте уголь. Да. 152 науки. Все равно отстаю. Но у меня на самом деле мало кампусов. У меня эта наука больше от веры идет скорее, чем от... Научную теорию открою для плантаций. Хорошо. Недавно в новостях промелькнуло. Ну что же, типа, новости появились. Да. Что такое? Так, что, 1300 год, нормально все. Все попало. Да, просто там радио, телеки появляются. Да-да. По графику. Все по плану.
Да, больше рядом угля нету. Жаль. Уже, я думаю, веры мне достаточно. Давайте глянем, можно ли кого купить. Это фигня. 100 золота и 2 посла. Может, фес? Ладно, хочу посмотреть следующего. Это фигня. Эти не нужны. Бесплатный экземпляр редкого ресурса этой клетки. Но все равно, этого я и так получу, ладно. Нет, неинтересно все это. Кстати, тут в Микеле, вот тут, мне кажется, театралочка хорошая встанет. Ага. Кампус. Ну, видимо, надо еще рабочего делать сначала. Вот это надо вырубать. Потом я после рабочего священочку тут бахну. Так, дворец Потала мне отходит. Отлично. Это очень хорошо. Так, знаете что, мы тут, давайте-ка мы тут пойдем тут все обрабатывать. Индус, можешь пока повременить с верой своей? Можешь пока немного повременить с верой? Сейчас я компуса и тетралки куплю, тогда можно будет. А, хорошо. Ну, кстати, можно еще и просто жемчуг. Еще один, пускай будет два жемчуга. У меня больше-то не будет жемчуга второго, а так я смогу им торговать. На самом деле, у меня будет два... Возьмите за великого человека, постройте промышленную зону в любом городе. Что это значит? Это типа, ну, халявную зону строить? Нет, ты строишь промзону в любом городе, а там культурный захват. А это просто культурный захват? Есть? Да. Думал, что-то интереснее. Да, что-то не хватает силы. Не хватает силы забрать город. Давайте кавалерию откроем. Опнемся в нее, а потом в химию. Индус, а что ты там армию строишь? Такую сильную. Корпуса. Корпуса просто, чтобы ускорение получить. Для армии. Слушайте, я ошибся, мне не надо на какао ставить, надо сюда ставить. Ну, потому что мне... У меня города должны стоять на холмах. Так что сюда надо будет город ставить. Еще один город здесь где-то поставим. Хрен знает. Вот тут. Вот
сюда, наверное, поставим город. Пигмей, Великую библиотеку, запретный город Египет и я, дворец Патала. Так, я могу тут поставить плюс 2 к влиянию. Или, нет, давайте на шпионов поставлю. Так. Отходим на апгрейд. На виду ножик лица или что с ним? Что? На виду. Мало вольный был. Ну и что с ним? Пытался примкнуть. Ко мне нет. Я не знаю, его не вижу. Я думаю, второй раз его погрызть. Так, ну что, купим, наверное, угольную электростанцию. Попробуйте, а, хотя... не знаю, захватить, сжечь его, а там свой город поставить. Может сработать. Да вот да, потому что он стоит как-то немножко его по-другому запилил. Или кампус. Знаете, кампус. Так, чем тут поторговать? Серебро с Ганди. Ганди предложение. Трюфеля с Бразилией. Ну, хорошо. Бразилия предложение. И хлопок с Францией. Франция предложение. Бразилия предложение. Это далеко, варвары. Засуха. Так, сколько очков? Да, опять золотой век выйду явно. Побили. Да. За что это мне дали одну очку дипломатической? Непонятно. Мавзолей в Монпелье. Ну, ну и ладно. Эфиопия, предложение. Армаду из военно-морского юнита. То есть, в принципе, я могу армаду из броненосца сделать, да? 240 для чудес. Вот это тоже хорошая игрушка. Давайте игрушку выкупим. В общем, я на этом ходу все уже. Да и армаду можно, в принципе. Базилий, ты принял обмен? Ну, следующий похуже, мне это не надо было. Англия, короче, к тебе одна просьба. Бразилия, у меня тоже к тебе предложение. Когда я ливну, не убивай все мои города. В смысле, а чё ты ливнишь? Оставить что-то? Хотя бы один город оставь. Чё ливаешь? Стой. Спать иду. Подожди, зачем? А зачем ты играть начинал? Ну, блин...
Думаю, успеем. Класс. Да каждый раз вот там кто-то находится и идет спать. Нафиг садиться играть. Блин, думаю, успеем. Еще чувака выгнал. Класс. Кстати, то есть один город, смысл оставлять его будет. Ну, какое там говно оставь. Так он отвалится сам, нет? Ну, там есть пара городов вдалеке. Нужно. Ну, а, ну да, я их возвращаю. Я до них, скорее всего, не дойду. А у меня же города, типа, полной лояльности, если у них на это. Ладно, всем бай-бай. Отличная игра, конечно. Ой, блин. Интересно. Думал. А сколько он думал, что мы проведем? Часа три? Да, за три часа тут все. Ну это как в этом. Как пираты. Там же за час. И тут типа пираты того. Пираты вообще интересные, нет? Да. Очень. Попробуй. Два амбара. Так. Колониализм, два посла, рыбацкие суда, производство. Ну, давайте все-таки республику. Посмотрим, что там. Так, сколько ходов? 10 ходов. Ну да, в золотой век я выйду. Так, ну пошли тогда с Дидоной повоюем нашими бомбардами. Так, объединим. Еще шпион. Жалко эти клетки. Давайте Тадж-Махал. Там до рабочего откуда-то из другого места привезти просто. Я армаду хочу из броненосца сделать. Где он? Тоже увеличит силу. Микеле в итоге отличный город получается. Так, тут Бразилия у нас. Десамбар, 14 ходов, рост. Ну, нужен тоже рабочий еще. Монумент, водяную мельницу.
тут? Стоит ли уже универ строить? Давайте пока мастерскую. Денежки капают со шпионов. Давайте мгновенно обосновывается. Так, торговую республику нам не надо. Выжженная земля, опера и балет. Но вообще, художественный музей стоило бы один построить. То есть, где тут я строю? Археологический, вот здесь. Значит, Микеле амфитеатр. Ладно, значит, подождем. И две, вообще две полевые пушки я тоже могу. Блин. Ну, давайте пока оперу и балет. А где у нас полевые пушки? В общем-то, сейчас и открываются. Три хода. Пошли тропические леса обработаем. И смотрим на армаду. Уже энергия производится, а что ты там? Где у кого религиозный юнит есть? Рядом с Багакум. В смысле, какой религиозный юнит? Но у меня апостол не подрался. У меня нет. Хотя золотой век выхожу, мне да господи. Блин, надо бы пойти защитить, наверное, этого. Блин, ну тут плохо мне ставить, на самом деле, потому что я не хочу, чтобы этот вот тропический лес уходил. Так, надо другое место найти для города. Может, сюда на камень? Ну, вот тут не хочу я тут сюда ставить. Давайте вот сюда. Прямо на мрамор. Только надо как-то мимо вулкана провести. На самом деле, вот этим броненосцем я Монпелье вообще спокойно забираю. А, нет, не забираю, он же не на побережье стоит, да, сорян. Ну, надо тут держать, ждать, пока растает лед. Между нами тает лед. Одновременно универ поставили с французом. Что идет по верхней ветке технологии? После это самое интересное. Да, вот я по низу пошел. Художественный.
Блин, а куча еще территорий не обработана. Мне, конечно, очень нужно рабочих. Очень много нужно рабочих. Что у нас по великим людям? Ну, Эйфель вроде мне и так достанется. Мгновенно строит мои... Да, это так себе. Адам Смит дает губернаторский титул и 250 золота. Ну, такое. Пускай его Египет забирает. Менделеев тоже не особо интересно. Катакуин. Финикия Адуа только отвалилась. А кто Фес союзник? Бразилец. Кстати, у меня немножко просела наука из-за того, что я объявил войну кельту, а он союзник Таруги. Не, наверное, стоит подождать снижение стоимости апгрейда, потому что 270 манит — это дофига. Угля у нас на энергию хватает. А, пушки открыли. Что за армия миссионеров? Где? Фисовки из Индии. От кого армия миссионеров? Англичанин, мне вообще тут твои миссионеры, вот эти апостолы, очень не нравятся. Там еще два миссионера. Эгипт. Так. Давайте вот эту. 155, блин, дорого. Ну надо. А где еще должен быть арбалет? Ага. Так, выжженную землю ускорили. И следующим ходом еще и опера и балет будет ускорено. Сначала естественную историю открою. Так, экономика. Это я тут в лабы иду, да, по-моему? Да. Два банка. Один банк я вот достраиваю, где-то еще, по-моему, да, вот здесь. Давайте здесь я куплю просто. Собственно, будет ускорено. Отлично. Аквапарк скоро открою. Я тут аквапарк в Адис-Абебе лучше построю. Он нормально будет работать. Так, гранты я тут открыл. Да, открыл. Если нефти нету. Что Венеция целых две? Так, тут я рабочего отправил. Мне тут надо где-то акведук.
в двух местах могу, только тут и тут, да? А промышленная зона тогда где? Один, один, один. Угу. Блин, тут 4. Но я бы здесь кампус лучше ставил, да, на 4. Поэтому давайте сюда промышленную. Сюда акведук. Сюда кампус. Ну, блин, ладно, строителя пока. Эй, 1400 год нашей эры, а моря уже бороздят броненосцы. Панталассу. В Панталассе броненосец. Так, по поводу... ресурса тут либо янтарь, либо какао. Тут многие. Того нету. Янтарь? Давайте, я за янтарь, да. Только серебро есть? Нет. Ну что, давайте опять научные города не дают бонус или как? Янтарь плюс 100% в религиозный, так Англия. Нормально. Ого. Ну да, очки были. Я понял. Я все понял, окей. Интересно, да? Ой, какое удовольствие мне упало. Опа. Только что сожгли еретика английского. Можно было и религиозно это сделать. Красиво. Нет, нет, мне не надо религиозно, мне надо именно так. Так, в стоимости, в золоте. Два посла. Ладно, побережем все еще. Я все еще хочу фес. Ага, канди у нас. Ну ладно, мне сейчас так вера не нужна. Пускай. Фабриковать скандал, да. Давайте сфабриковать скандал, я отправлю в фес его. Он еще и мгновенно обосновывается. А, стоп, не переиллюстрировать почту. Так, художественный музей готов. Угольная. Так, священное место тут нормально не ставится. Банк тоже мы ускорили. А чё Джима так хреново растет? Кстати, еще тут один район могу поставить. Мне надо Джима, чтобы до 10 выросло, и нормальный район поставится, и все. А давайте строители.
Тут вот надо обрабовывать еще две клетки для Микеля Подлян. Так, я уже забыл, куда я этого поселенца веду. На мрамор. Был. Так, этого Фес. Блин, может Канди прям захватить? Давайте пограбим как минимум ему. Все. Что-то обещали в патче, что компьютер будет ремонтировать. Ну, защитные здания. Как-то не видно, чтобы он в Багакуме особо стремился к ремонту. Француз, ты свои караваны в основном к бразильцу, что ли, кидаешь? Нет, я в себя кидаю. В себя? Ну прям в лицо себе так, да, знаешь? Что? Прям себе в лицо. Вот так. А, караваны. Ну, да. А. Больше караванов. Угу. Так, 8 послов. Давайте, наверное, вот так сделаем. И подождем. А, надо ли мне еще скидка на апгрейд юнитов? Может, лучника еще апнуть? Побыстряне. А, у нас еще вот этот есть парень. До фрегата можно, да, фрегат и пушечку. Ну, вот в Микеле уже нехватка жилья. Я что, неплохого инженера заберешь себе? Что? Неплохого инженера заберешь. Да. Жаль, денег нет. Египет, супер предложение. А, ну, ты Марио. Тебе нормально там? Может, выкупить его? Ну, куда мне еще вот веру девать, а? Пока сейчас... Я принял, не отклонил. Давайте выкуплю. И там следующую. Вроде принял. Говнина. Нас еще куда посмотреть, какой ученый придет. Да, но у меня, блин, столько веры, реально. Вот вера сейчас очень неплохо идет. А вот куда этот город отваливается? Мне даже просто интересно. Кельту, ясно. Мне надо позабирать эти города. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!